Всем привет, друзья! Вы на канале Frame of Endgames. Меня зовут Леонид, а у нас сегодня с вами продолжение House Flipper 2. Если ты мог заметить, то с прошлой серии, смотри, тут немножечко кухня изменилась. У нас появилась кофеварочка, появилась вот такая вот вытяжка. Появилась батарея, конечно же, как без батареи-то нам вообще жить-то. Вот. Я, короче, начал записывать вчера видео. Вчера начал House Flipper записывать и жестко объебался. Объебался в том плане, что ты посмотри, как у нас с тобой все изменилось здесь, а? Ты посмотри просто на это. Я начал запись, рассказываю предысторию, начал запись, начинаю, прохожу целый час, я записывал видео, а потом начинаю его монтировать, а оказалось то, что я в OBS, сука, долбоеб, не добавил захват игры, поэтому у меня не записалось, как я тут все строил. Вот, давай с тобой быстренько пробежимся. Я не могу, блядь, отменить все эти сохранения. Я, конечно, могу все это продать к херам и начать, ну, ладно уж. Вот, смотри, в такой вот зале я сделал, заль, смотри, вот тут мультики показывают, какие классные, а? Можешь посмотреть пока на фоне. Вот, лягушка тут, бобер. Вот, каминчик такой, вот здесь вот у меня вот так вот, оп, и включается свет везде, вот вообще везде, вот тут вот такая вот красотища просто, ты посмотри на это, а? Вот, чудесно просто. Здесь ты посмотри, как я прихожую обделал, как это красиво. И самое главное, наша комната. Давай свет включим. Свет включим, смотри, какая комната, да? Вот такую комнатушку я сделал. Надо бы сюда еще зеркало, на самом деле, добавили бы. Вот, тут с кондюком. Ну, какие тут технологии, бля. Вот так вот. Вот такие вот. Я бы окна изменил, да и похер на них, если честно. Можно открыть, проветрить, если что. Как бы... Как они сделали, сука, подоконник с таким окном? По-моему, такого не было там, ладно. Вот, и также мы с тобой сделали вот здесь все по красоте. Блять, тут лампы нет. Тут лампы нет, ну ладно, сделаем. Вот, здесь у нас вот стиральная машинка, которую по-хорошему надо поставить как-нибудь там по-другому. Давай вот, вот так сделаем. И немножечко мы с тобой переставим их, потому что как бы, а как открывать-то? Вот другое дело. Тут стиральная машинка и сушильная машинка. Вот, к электрощитку мы не подберемся, да и нахуй нам не нужен. Вот, и здесь у нас с тобой... Блять. И здесь у нас с тобой идеальный... Сральник, ты видал? Ты видал? Присел, покакал, тут все дела поделал, блять, выйти теперь нельзя. Да закрой ты наоборот его. А как выйти? А как выйти? Как выйти, говорю. Вот другое дело. А, кстати, здесь зеркало поставить. Хорошо то, что я вспомнил. Оборудование для ванной комнаты. Оборудование для ванной комнаты. Где зеркалы? Зеркалы. Погоди, может быть, нам надо стоящий... Настенный декор. Зеркало. Вот то, что нам надо. Нам надо с тобой какой-нибудь минимализм там, что-то вот в этом роде. Что-то такое прям классно, красивое, чтобы было прям вот вообще, чтобы опупели все, когда зашли, посмотрели. Вот смотри, блин, на зеркало. Какое зеркало классное, а? Вот давай вот такого бежевого цвета, а? Так, я понял. А крючочек повесил, чтобы, если что, можно было куртинку какую-нибудь повесить там и, типа, не переживать за то, что ты... тебе некуда поставить этот... Вот, пожалуйста, вот это вот офигенный туалет. Тут, кстати, свет включается, если не ошибаюсь, только включил, пожалуйста, смотри. Вот, и видал? Вот так. Жалко, только нельзя менять холодный такой теплый цвет. Вот, как оказалось, все, нам осталась одна ванная комната с тобой. К сожалению, ты не видел этот процесс, но я ничего с этим поделать, к сожалению, не могу. Но, кстати, еще сигнализация есть. Вот так вот мы все это изменили, по красоте сделали, дом охуенный стал, кроме ванной. Давай теперь поменяем ванну, я думаю, мы с тобой управимся здесь очень быстро. Вот, и потом уже пойдем мы с тобой дальше. Пойдем мы с тобой дальше разукрашивать эти... Блять, какой разукрашивать, долбоеб, блять? Дальше пойдем мы с тобой делать задание. Вот, потому что нам надо с тобой стены. Нам надо с тобой стены сделать. Мраморная серая плитка. Бля, какая пиздатая. Вот такая, смотри. Мраморная кремовая плитка. Вообще офигенно. Давай поставим, смотри. Так, я могу, да. Ой, как это классно выглядит, посмотри. Вот это вот не подумал бы, да, такой из мрамора, чистого мрамора. Просто это же обалдеть можно. Она ж, наверное, сука, духой стоит, я даже не посмотрел на это. Да и ладно, мы с тобой богаты. Мы с тобой богаты в конце концов. Ой, ты, ну ты глянь, как это красиво выглядит. Ну я не могу просто, это же идеально. Вот такую плитку бы везде, а? Это чё? Так, погоди, это можно делать. Твою мать. Это
что-то мы с тобой объебались, конечно. Так и так. Вот теперь все. Давай продавать. Ну, продай. 975. Сколько она стоит? 977, ебать. Короче, да. Вот, плюсом ко всему. Нам нужна... Ой, блядь, а что за разводы такие? Мне это не нравится. Что за разводы? Это я натоптал? Пиздец. Короче, нам теперь надо с тобой еще понять, где у нас будет с тобой ванная. И, соответственно, поставить там душ. Душевую. Блядь, ну жалюзи надо поставить, ну в конце-то концов. Ну блин, ну это же, ну, захочет, кто захочет, и придет, енота будут смотреть, как ты моешься. Как ты полоскаешь там... Писун, не только. Вот, надо же, это же все неправильно. Это же надо как-то это. Давай, короче, нам надо с тобой. Где? Бытовая техника? Нет, это не бытовая техника. Оборудование для ванны. Душевые кабины нам, конечно же, нужны. Какая самая дорогая? Самый ебер. Блять, 5000, нихуя себе. Ебать. Ну, не какие-то такие себе все. Занавесочка можно взять, смотри. Не, вот это классная, смотри. Как она большая, да? Вот это прям офигенно большая, классная, крутая. Во, глянь. О, какая. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это души, вот это души. Вот это и вот, да. Так. А нам, получается, ну вот душ есть у нас с тобой, да? Соответственно, нам нужна с тобой раковина. Раковина где-нибудь вот здесь будет у нас с тобой. Так, раковины, не раковины. И нам нужна с тобой охренительная просто раковина какая-нибудь дорогущая. Вот 1800, самая дорогая, наверное, да? Самая дорогая раковина. Ну, а мне не нравится что-то. Биде. Можно, кстати, биде еще поставить. Можно еще поставить биде. Ну, вот, глянь. Ну, чудесно, по-моему. По-моему, чудесно, нет? Нет, погоди, а где-то я это видел? Шкафы... Напольные шкафы, нет? Нет, не напольные шкафы, а где же это? А хранение, наверное, да? Хранение? Мало. Низкохранение. Непонятно пока что. А где же я же видел в прошлой серии? Ну, ты ее, конечно же, не видел, но я видел, что здесь где-то есть в шкафах... А, вот они. Тумбы под раковину. Как раз таки то, что нам надо. Это которые напольные? Нет, это, видимо, которые функциональные шкафы. Вот они, да. Функциональные шкафы. 1200, хуйня. Это хуйня, хуйня, хуйня. Ванамон, херня это все. Тоже херня какая-то. Это вообще отстой. Так, а что же Блейн, отстой. Вот это классная, мне нравится. Ну, вот эта двойная нам не нужна, потому что у нас с тобой в конце концов нет какой-то там этот. Так что не надо нам этого. Вот так, да? Ну, вот идеально. Вот тебе и пожалуйста. Так, оборудование, принадлежности нет. Оборудования, скорее всего, да? Нет? Нет? Декоративные элементы, конечно же. Так, ну и нам, конечно же, какой-нибудь такой большой. Блядь, ебать большой. Нет, такой нам не надо. Стоящий настенный. Настенный декор, вот он. Так, и нам надо с тобой какое-нибудь красивое зеркало. Ну тут зеркала какие-то одни говняные. Не нравится мне здесь зеркало вообще. Это слишком темно, надо посветлее сделать. А если вот такое? Вот, по-моему, идеально, да? Давайте, смотри. Хуета. Продай. Так, ладно, тогда, походу, мы будем с тобой брать вот такое зеркало, потому что оно самое такое. Самое такое, ну, нормальное, короче. Вот так. Вот, теперь нам надо с тобой изменить плитку. Потому что плитка нам с тобой нужна другая. Нам нужно с тобой что-то такое вот красивенькое. Давай посмотрим. Мы уже примерно определились, что где будет, и поэтому нам будет намного проще. Так, плитку у нас с тобой надо, получается, металлик. Вот мрамор у нас идет. Серая такая монотонная плита. Серая монотонная плита. Давай с тобой поставим две штуки сразу. В конце концов, возьми. Ой, беда. Вот это, конечно, беда. А вот это беда. А вот это, конечно же, беда. Куда нам с тобой ставить? Ну, поставь куда-нибудь. А ты можешь в зал поставить? Давай в зал поставим. А вот, смотри. Нет? Где? Пока что так.
Да. Что там происходит? Вот так. Вот так. Давай с тобой ставить, потому что я не могу, к сожалению, вот здесь поставить плитку, потому что она там закрыта. Вот, давай здесь будем ставить прям капитально, застраивать все с тобой плиткой этой, потому что надо. Возьми еще. Нельзя. Тогда вот так. Вот так. Вот так. У нас с тобой будет красивейшая ванна, да безумие. Просто дорогая, сука, блядь. Самое главное, дорогая она будет очень. Она у нас с тобой будет очень дорогая. Так. Вот так. Еще возьми. Вот. Так, погоди, у нас примерно... Так, погоди, это у нас надо с тобой... Еще два, две клеточки вот эти. Надо застроить, чтобы это было под ванную. Вот так, ну это просто пиздец, как дорого. Я тебе говорю, все из мрамора, это прям... Да, так. Скорее всего, раковину придется менять, потому что цвет стиль не подходит. А я могу, допустим, вот скопировать стиль? Нет, не могу. Ладно, тогда мы сейчас будем с тобой что-нибудь другое думать. Так, нам дальше с тобой нужна краска. Мы будем с тобой делать все краской. Серой? Или это будет слишком скучно серой? Может быть коричневой? Как тебе насчет коричневой краски? Это бледное мне не нравится. Можно сделать что-то типа такого. Или такого. Или такого. Смотри. Вот так, если нормально будет, нет? Нет, вообще не то. Надо светлее намного. Вот такая, смотри. Не то. Блять, это мы сейчас долго будем с тобой искать. Вот это не то. Надо прям такую коричневую. Коричневую. Бледную такую, смотри. Не то. А как? А как найти мне то, что мне надо? Вот это похожее. Смотри. Ну, не говно это. Не нравится. Не нравится мне это все. Давай вот это, смотри. Блять, это синяя, нахуй мне синяя, серая краска нужна. Так, вот давай. И блять, мы сейчас с тобой нанюхаемся, токсикоманы, блять. Вот это мы с тобой сейчас нанюхаемся. Вот серая красочка, норм. Серая красочка, она всегда спасает. Серая красочка, это самое прям кайф, то, что нам надо. Давай вот продавать все говно. Да ну нет, в конце концов продай. Вот другое дело. Так, давай берем серую краску, дальше серой краской ебашим, потому что надо. Потому что серая краска, она всегда спасает. Я не понимаю, правда, почему он не сдирает плитку, потому что ее надо, по идее, сдирать и не просто закрашивать. Она так у тебя никогда в жизни не закрасится, это ты знай, да. Это неправильно, это неправдоподобно, то, что он так делает. Вот, ну, в конце концов. В конце концов, значит, вот так будем делать. Так. Ну вот, другое дело. Ну вот это другое дело уже. Это уже другое дело. Так, давай здесь закрасим. О! О, а вот это нам надо. А вот это нам очень сильно надо. Поверхностная отделка. Пойдем-то, можно поднять уже плитки на панели, а любое время на прошлое время поработать мышцами. В смысле больше? А, я типа... А, это типа ты будешь быстрее, больше носить, в смысле, оно тебе будет медленно заканчиваться. Вот, валик это да. Ну, другое дело. Давай. Эть. Вот это другое дело. Это хорошо, то, что мы его сейчас скачали, потому что мы именно красим. Поэтому нам с тобой это надо. Давай. Еще давай. Еще давай. Вот теперь краски нам будут хватать с тобой. Вот так. Вот так, мне нравится. Мне нравится. Вот и все. Так, теперь, значит, возьми. Ой, возьми штуку эту. Вот так. Вот как. Вот как хорошо. Так, теперь, значит, нам надо что с тобой? Во-первых, я бы хотел изменить стиль. Давай вот, допустим, копируем. Ставим. А я могу сюда ставить? Обалдеть. У меня получается все в одном стиле, чтобы было. Ты посмотри, как это классно. Ой, давай все сделаем такого стиля. Смотри.
Прям прикольно. У нас все будет в таком стиле с тобой, а? Ну, блядь, как будто бы дешево, но как будто бы и нормально. Другая часть этого, другая часть комнаты. Другая часть этого всего, того, что ты понял. Так, теперь, значит, нам надо с тобой... Нихуя не электроника, погоди. Лампы. Лампы, конечно же, которые потолочные лампы. Вот они. Так, и нам надо с тобой какую-нибудь классную лампу запиздюрить сюда. Вот эту вот, допустим. Вот такую, допустим. Смотри. Смотри, как чудесно. Раз. Два. Блять. Ну, допустим, три. Ну, за то, чтобы все светило, в конце концов. Так, это отсюда мы протягиваем вот сюда и вот сюда. Вот так. Включаем свет, и тут как светло становится, посмотри. А? Вот. Так, теперь, значит, нам надо с тобой... Мне не нравится стиль, погоди. Давай мы с тобой изменим стиль, копируем стиль. Копировать. Так, и получается... Вот, вот это другое дело. Вот это другое дело, мы сейчас все под этот стиль поставим с тобой, и будет красота. Вот это будет красота, потому что это намного лучше выглядит, чем вот эта вот, блядь, рыжая херота, не нравится она мне. Рыжий мне не нравится цвет. Ну, точнее, как, он может нравиться мне, но не всегда. Не всегда он мне нравится, это далеко под этот надо смотреть. Вот так. Вот другое дело, вот это другое дело, вот это я понимаю. Так, а я могу, кстати, балки перекрасить, нет? Не могу, ладно. Вот, ванна у нас практически с тобой готова. Что нам сюда с тобой еще надо? У нас есть с тобой раковина, у нас с тобой есть вот эта штучка. Многофункциональный шкаф, в который может поместиться как раз таки, смотри, принадлежности, предметы ванной комнаты. Мы берем, значит, с тобой. Бля, ну... Не знаю даже, что. А что нам с тобой надо? Ну, вон зубная щетка какая-нибудь там, еще что-то типа такого. Стаканчик для зубных щеток, смотри. Идеально, давай. Давайте. И сюда же зубную щетку ебануть. Электрическая зубная щетка, охуенная, смотри. Блядь, не охуйня. Так, на другую. Вот, смотри. Так, а я могу ее... Ну, в конце от концов, ну, помню... Мне стаканчик надо. Чё она не стоит? Почему щетка не стоит? Это херня какая-то. Ну ладно, в принципе, потому что новые люди придут, они как бы это все поменяют, конечно же. Поэтому тут и думаю даже нечего. Windows Glass 3 2 in 1. Вот так. Давайте нахуй. Средства для мытья туалета. Блять, разных цветов даже ебануться. Стиль прям реально выбираешь, выбираешь сам. И давай средства для стирки. Средства для стирки у нас будет с тобой. О как. Средства для стирки лучше всего здесь где-нибудь поставить. Вот так вот, смотри. Вот так. Это средство для стирки будет. А вот эту штучку надо куда-нибудь переставить. И переставить ее надо куда-нибудь... Блять, она стоит здесь так не этот... Не очень так это надежно. Вот, другое дело. Так, теперь, значит, мы берем вот так и вот так. Вот, другое дело. А я могу поменять эти? Нет? Ну, ладно. Вот и все. Так, значит... А что надо еще в ванной? По факту, что нам надо еще в ванной? Ванна, душевая кабина, у нас есть ванна, нам не нужна, раковина есть, унитаз есть. Биде, давай биде поставим с тобой, а? Давай с тобой поставим биде, где можно будет подмыть папец свой. Где можно будет подмыть свой папец, так, а где его лучше поставить? Где-нибудь здесь давай. Папец, потому что надо подмывать. А, если кто-то хочет, то как бы да. Вот, а я могу отменить, копировать стиль, вставить стиль. Да, ну, короче, да. Ноль толк. О, вот это прикольно даже будет. Вот так. Так, все. Так, погоди, а так давай. Копировать стиль, копировать, вставить. Нет, смотри, не изменяется. Ну, ладно.
Вот такая у нас ванная комната получилась. Что нам с тобой еще надо в ванной комнате? Конечно же, коврик какой-нибудь или что-то типа того, потому что это, как без этого-то, декор для пола. Нам нужен с тобой красивый и хороший ковер какой-нибудь. Ковер. Допустим, такой, смотри. Ух, ебать, он здоровый. Он большой. А я могу изменить настрой? Я бы хотел изменить его, поменьше сделать. Так, погреть 300 на 20. Тоже ебеш какой-то здоровичный нахуй такой нужен. Такая этот. Вот идеально. Вот идеально. Так, давай копируем с тобой вот этот стиль и вставляем сюда. Блять, нельзя, смотри. Тогда погоди, надо вот это сделать вот так. Замша, замша, рогожа, рябинский трикотаж. Ну все какое-то такое, прям ворсистый ковер. Ворсистый ковер, гля, какой классный. Цвет у нас будет какой-нибудь серенький. Нам нужен с тобой серенький цвет. Вот что-то типа такого. Детали. Замша в полоску. Какая нахуй разница? Так, это нам тоже надо с тобой вот такого цвета. И здесь нам надо с тобой тоже такого цвета. Вот другое дело. Это чудесно просто. У нас есть с тобой коврик, у нас есть с тобой вообще все. Просто идеально. Ванна, ну куда еще лучше? Просто даже идеально. Ну ты посмотри на это. Это идеально. Все. Вот и все. Готов наш с тобой этот... готов наш с тобой этот... Ванна готова. Идеальный, я считаю, дом. Он чудесный, выключи телевизор. Вот так, я думаю, можно его продавать. Что думаешь? У нас с тобой было 76 тысяч. Когда мы продали с тобой всю херню, которая была в этом доме старом, у нас с тобой оставалось где-то 100, сколько там, блядь, тысяч, я уже не помню. Кстати, смотри, некрасиво. Некрасиво выглядит, давай. Вот другое дело. Другое дело, кстати, здесь надо тоже изменить это все. А подоконники не меняются, это недоработка, я считаю. Это, я считаю, недоработка. Так, а могу я камин изменить? Да, могу, смотри. Вот это я понимаю, красота. Вот это я понимаю, красота. Так. Ну, вот что-то типа того мы сделали с тобой. Вот так. Вот такой вот красивый домик у нас получился с тобой, многофункциональный. Какой он был до этого, это вообще отвратительно просто. А сейчас какой красивейший. Просто чудеса, да и только. Я бы, конечно, вот это все... Ну, и хер с ним, на самом деле. А я могу, кстати, это продать? Смотри. Это некрасиво все выглядит. Это надо вообще подстричь газон. Это, по-моему, отдельная игра есть. Какая-то Garden Flipper или как-то так он называется. Ну, что типа того. Все, скорее всего, мы будем его выставлять на продажу. Потому что очень красиво и очень круто. Давай сохранимся с тобой. Так, и подождем секунду. А я вернулся. Вот так вот, все. Так, давай, значит, что с тобой сделаем. У нас есть лавандовый дом, который, да? Я бы... Ну посмотри на это же ужас просто, а? Это же просто ужас. Какой там был бардак, а как там сейчас красиво, самое главное. Могу ли я его продавать? На проданные, на продажу. Погоди, а как мне перенести домашний офис туда? Так, а я хочу, допустим, этот продать. Как мне это сделать? Ой. Так, а я могу продавать дома? Я что, не могу продавать дома пока что? Или я могу продавать дома? Не, ну погоди, если я пока не могу продавать дома, давай туда-сюда перенесем свой домик, у нас он будет здесь. Редактировать недвижимость. Чего, блядь? Не понял. В смысле редактировать недвижимость? Это я отправляюсь к своему дому или что? Если это так, то мне этого не надо. То мне этого не надо, у меня уже есть свой дом. Вообще, я бы все-таки... Да, это не то. Это не то. Несмотря на то, что написала твоя мама с технической точки зрения, она все еще принадлежит им. Давай сюда перенесем аукционный дом. А, погоди, то есть давай мы сейчас перейти к дому. Я понял, надо войти в аукционный дом и продать его, да? Да,
Стоимость ремонта, общая сумма аукциона минус 65 тысяч. 65 тысяч потратил. Стоимость покупки дома, проданные предметы. В смысле? В смысле минус 90 тысяч? А, 118 тысяч. Ты уверен, что хочешь продать этот дом, ты заработаешь 27 тысяч, и если в будущем ты снова его купишь, он вернется в исходное состояние. Не, погоди. Нет, будем ждать, значит. Потому что... Аукцион сбор 1000 рублей. Ну, я еще подожду тогда. Я еще подожду, пока кто-нибудь мне захочет... А я трачу на это деньги? Не, не пойдет. Да, я трачу на это деньги! Блять, ладно, давай продадим. Ну, 26 тысяч, так 26 тысяч. В конце концов. Флиппинг домов в своем лучшем виде. У меня 179 тысяч. Ебать, это срач здесь, а. У меня 179 тысяч. Это же просто пиздец, как много. Компактный домик над гаражом. Больше, чем прицеп. Вот на побережье есть. Современный дом на пляже. Дом на сваях. Ух ты, какой домик. Ты посмотри, двухэтажный. Ебать, там все засрано. Ой, мне... Ну, кстати, возможно... Возможно, я бы его купил. 156 квадратов. Это много. Погоди, а что, мы так мало можем купить домов? Да, видимо, пока у нас нельзя, поэтому мы не будем этого делать. Мы ждем. Мы с тобой ждем, пока у нас будет с тобой еще откроются дома какие-нибудь крутые. Мы тогда будем их покупать. Так, давайте проходить дальше. Привет, у меня есть одна подработка. Я сдаю свой гараж в аренду начинающим группам знаменитостей. Среди них обычно нет, но на прошлых выходных в моем гараже дали концерт The Moving Stones. Прикинь! Я давно так не радовался, я вообще не буду это. Всегда мечтал управлять собственным музыкальным клубом. Обновить интерьер, скорее бы увидеть новую чистую гостиную. Лав Руссо. Соседка сказала, что она успела убрать самые хрупкие вещи, чтобы они не пострадали. Можешь их красиво расставить, спасибо. Здравствуйте, мистер Мэри. Мири. Возможно, вы раньше об этом не слышали, но в нашем семейном доме находится единственный в Пиннакове музей дровосеков. Только, боюсь, недолго ему осталось. Мы с женой все в делах, и посетителей мало, так что мы решили его закрыть. Помещение мы хотим использовать в качестве полноценной гостиной. Нам нужна помощь с уборкой и заменой мебели. Рядом с комнатой находится небольшая гостевая уборная. Мы ее планируем переоборудовать в комнату для стирки. Говоря, на вас можно положиться, и вы сможете нам помочь. Мы упакуем семейные памятные вещи до вашего приезда. Пожалуйста, не забудьте распаковать их после того, как расставите новую мебель. С уважением, Фудро Фостер. Давай, наверное, вот это возьмем. Гараж для музыкальной группы. Енот, енот, пидорас, Мария. Вот я про него тебе все время и говорил. Как он, сука, на ветке сидит и не упал. Я вот этого не понимаю. Они, сука, вроде пушистые, вроде, сука, толстые пидорасы. А они нихера. Нихера. На ветке сидит, смотри, не ломается. Ветка-то не ломается. Так, а что у нас по заданиям? Надо убрать мусор, надо продать вещи и надо заменить пятна. Давай сначала мы с тобой продадим вещи все, потому что зачем нам это надо с тобой? У нас, напомни, что открыли навык, где у нас 100% дается денежек за то, что мы с тобой продаем какие-либо вещи. Поэтому мы с тобой можем это спокойно делать и не беспокоиться насчет того, что нам не заплатят полную сумму. Так. Это все мусор убрать надо. Это тоже все мусор. Так, погоди, это получается. Вот это тоже надо продать, да? Вот это тоже нам надо все продать. Слушай, ну тут работенки не так много, на самом деле. Не так много работенки. Я думаю, мы за тобой за эту серию успеем взять и два задания выполнить. Я думаю, это спокойно. Поэтому... Думаю, что успеем, и все будет нормально. Так. Где тут еще мусор? В гараже в самом есть мусор, я не понимаю от этого. Не понимаю, есть ли здесь мусор. Мы все забрали? Нет, вот смотри, еще мусор. Все? Все или не все? Да, с мусором все. Так, а нам надо еще продать несколько плакатов. Давай с тобой завернем и выкинем. Раз, два...
3. А, теперь, значит, нам надо с тобой продать плакаты. Раз, два, там их 5 должно быть. 5 плакатов. Только где они, я их не вижу. Где плакаты? Тут еще и дом. Нет, тогда не на 2 серии. Тогда не на 2 серии. Так, у нас еще с тобой 3 плаката. А где они? Ты их видишь? Ты их видишь, я их не вижу. Так они там, что ли? А, они там. Ух, ебать. Ух, ебать. Ух, ебать. Лаврусо, ответить. Привет, это Лав. Рассказывай, как дела? Все прекрасно, все здорово. Вот я еще никак не отойду после концерта. Мы так офигенно провели время. Ну, это и так понятно, стоит только на дом взглянуть. А тут есть чем заняться. Знаю, но у меня есть хорошие новости. Моя соседка Кейт попросила не трогать ее комнату. Так что в твоем списке на одну задачу меньше. Отлично. Правда, денег также. Моя спальня, конечно же, там что-то там. И тусовка здесь ни при чем, это все результат повседневной жизни. Зато в моей комнате куда чище, чем в остальных домах, клянусь. Комната Кейт — это та, что справа, когда поднимаешься наверх. Там как бы не было дела, что-то там, мне кажется, звонит менеджер, зовет. Так что они будут тебя отвлекать, и меня ждет новая работа. Хорошего тебе дня, пока. Пока она нам говорит. Я не понимаю, блядь, где эти плакаты? Где они? Продай стремянку. Или это не стремянка, да похер. Где плакаты? Я не вижу плакаты. Ты видишь плакаты? Я не вижу плакаты. Где плакаты? Открой. Они здесь? Нет, не здесь. А где плакат тогда? Я его не вижу, отстаньте от меня. Так, давай с тобой чистить. Тут, конечно, грязно, это что пиздец. Тут, конечно, грязно, что пиздец. Мы с тобой дизайнеры, блядь, или уборщики, я не понимаю. Кто мы с тобой, дизайнеры или уборщики? Потому что не хочу я вот это вот все убирать, конечно, вот это вот все... Чистить. В конце концов, мы с вами не для этого работали. Учились столько лет, столько мы с вами заканчивали, столько мы тратили с вами на эти уроки, не уроки по дизайну, вот это все архитектуре. И сейчас мы с тобой просто оттираем пол. Ну что это за ерунда такая, а? Дизайнеры, блять. Это неправильно, это нечестно, ну в конце концов. Так, погоди, может он про вот это говорил? Да, он про маленькие листовки говорил, а где они есть-то? Их же хуй видно. Ты видишь? Я не вижу. А, вижу. Они не подсвечиваются почему-то. Они почему-то не подсвечиваются. Кто-то босал здесь, либо блевал. Фу, мерзость. Так, еще пятна. Еще пятна надо оттирать. Как же здесь много всего. Это пиздец. Вот это вечеринка. Я надеюсь, мне за нее очень много заплатят, потому что, ну... Раз ты пускаешь сюда рок-группу какую-то там, то надо как бы это все... Значит, у тебя денег много, значит, у тебя, гля, какой дом охуенный. Это надо все, аппаратура какая у тебя там, а? Аппаратура не дешевая-то, поэтому на рестином немного заплатишь. Много заплатишь, тысяч так 100, наверное, баксов. 1100 баксов, я думаю, это нормально. Так, мы здесь закончили. Мы здесь закончили с тобой. Так, а здесь еще два пятна. А где они? А где два пятна? Так, это уже не то. Это здесь. Это где-то здесь. Вот они, эти два пятна. Раз и два. Вот и все. С этим закончили мы. Теперь давай здесь. Давай разбираться здесь. Ой, бля, как здесь все грязно. Так, давай сначала с балкона мы все с тобой продадим. Так, все продали? Все продали, да? Все продали. Теперь надо выкинуть мусор, соответственно, конечно же. Как без этого? Я думал, это же только гараж. Думал, сейчас мы с тобой быстренько все это сделаем и все. А тут нихера себе, тут весь дом надо хуярить. Весь дом очищать, это все же беда вообще какая-то. Давай. Чистим мы Майдадыр. Мой-до-дыр. Майдадыр. Ёбаный стыд. Кто так вообще, блядь? Вот ты представляешь, такую вот руку поставить на эту штуку, это больно. Руку проткнешь в конце концов. Так, а где еще? Все, я все оттер. Я все оттер. Тут все готово. Закрывай. Ой, блядь, ёбаный. Че ты нарешил все продавать, я не понимаю от этого. С чего вдруг? Так, ну ладно, давай продавать.
Очищаем полностью территорию для того, чтобы потом было намного проще нам с тобой. Все нам, чтобы было проще с тобой убираться. Потому что, как бы, ну да. Так, ну здесь продавать нечего. Так что закрой дверь. Мы все продали. Нет 7 еще вещей. Каких? Они не подсвечиваются в конце концов. Что мне продавать надо? Я не понимаю. А, понимаю. Все. Вот теперь. Блять, 6 вещей еще. Да каких? Здесь. Здесь ничего не продается. А что продать-то надо? Вот именно здесь, именно в этом помещении мне надо что-то продать. А что я не понимаю? Вот это. Блять, это мне еще из мусора надо выбирать, что продавать. Ну давай тогда мусор возьмем, уберем все это. Потому что как бы вдруг мы сейчас автоматически и продадим что-то. Мы теперь продаем по полной стоимости, так что нормально будет. А, эту хуйню надо продать. Блять, думаю, что надо продать, я не понимаю. Вот и все. Ой, как грязно-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, блядь, ну мы серьезно, мы же дизайнеры, а не клининговая служба. Ну что это за пончики какие-то тут? Какие-то пончики тут. Ну, грязно, конечно, пиздец. Так, давай сначала пропылесосим с тобой теперь. Надо пропылесосить. Убрать весь оставшийся мусор. Чё это мы не убрали? Так, лестница это отдельная уже территория, поэтому как бы да. Уборка с пылесосом, давай. Вот так, другое дело. Давай поставим с тобой стулья нормально. Раз. Два. Вот, и теперь будем с тобой чистить. Чистить, мыть майдадырмы. Мы с тобой майдадыр. Очень интересно, в конце концов. Мы уже с тобой сколько серий? Уже 6 серий. Это 6-я серия House Flipper или 5-я, не помню уже. Вот, и мы с тобой до сих пор чистим. До сих пор мы с тобой убираем эту всю грязь. Это, конечно, прикольно в каком-то плане. Ой, у кого-то, блядь, ножки-то, это... грязные теперь не отмываются, наверное, да? Надо также спреем попшикать и отмыть. Хотя это, возможно, будет опасно, потому что химия, вся вот это вот говно. Вот. Где еще? На столе, конечно же. Давай, очищать. Вот, что я еще хотел сказать тебе. Я забыл, что я хотел тебе сказать. Забыл и все, не помню. Пшикни. 7-5. Так, здесь отдельно у нас территория, мы пока что сюда не лезем. Надо понять, что нам еще надо с тобой отмыть. 7-5. Вот это? Да, вот это. Видимо, вот эти ступеньки, которые это у нас с тобой еще идет за первый этаж. Блять, какая же у них тут вечеринка-то проходила, интересно, а? Интересно побывать в такой вечеринке. Надо распаковать коробку. И надо с тобой купить дохера чего. Давай покупать. Давай с часов начнем. Смотри. Часы вот прямо вот здесь. Оп. Дальше. Журнальный столик, горшок для стены, диван. Диван. Дальше шкаф. Ой, Love of Lounge. Что-то там. Давай поставим. Книжный шкаф. Давай его вот здесь поставим с тобой. Смотри как. Вот здесь. Ать. Ты можешь закончить. Не надо мне работать. Сейчас заканчивать. Зачем? Зачем мне сейчас заканчивать коробку? Ой, фу, блядь, коробку. Работу. Это неправильно. Надо дальше. Надо дальше трудиться, работать, чтобы о нас очень хорошо отзывались, что такие вот, о, какие мы крутые. Какие мы с тобой хорошие, какие мы с тобой вообще молодчинки просто. Какой классный журнальный столик. Тумба под телевизор. Скорее всего, здесь должен быть телевизор, а не комод. Ну, давай менять тогда. Давай тогда с тобой менять, только куда мне его поставить, я не знаю. Скорее всего, сюда. Надо только распаковать коробки. Нет, мы не будем с собой распаковывать коробки, мы сделаем вот так с тобой. Вот так. И здесь у нас будет вот так. Вообще идеально. Все, так, теперь тума под телевизор. Вот так. Сам телевизор. Что там было? Телеканал BC Flipper. Кулинарное шоу, телемагазин, Памела, современные пришельцы. Давай современные пришельцы, смотри. А? А зачем туму по телевизору, если телевизор навесной? Вот тебе и современный пришелец. Здравствуйте. Так, горшок для растений купить.
Он у нас будет стоять где-нибудь вот здесь. Или нахуй надо здесь. А где нам? Где у нас будет стоять он? Давайте типа, вот здесь будет стоять, смотри. Знаете? Здесь растения, типа. На, смотри. Чудесно. Вот. А, распаковать коробки осталось только. Давай. Еще вазу, смотри. Давай сюда поставим. Правда, нихуя не будет видно, блядь. Ну и ладно, хер с ним. Что это? Это гусь. Это гусь, блядь. Жопу долблюсь. Хотя это утка, наверное, или кто это, лебедь. Не знаю, отстань. Не знаю, кто это, отстань. Надо посмотреть шоу в мире животных. Так, стаканчик давай сюда его поставим. Еще один давай, второй поставим. Давай, блядь, еще один поставим. Я хотел сказать, бухать одному такое себе, а это нихера не одному. Давай, чё. В конце концов. Будет у нас с тобой такой сервантик здесь. Потом расставит сама, если что хочет. Вот и все. Так, все, закрывай коробку. Вот, мы с тобой все сделали. Так, теперь, значит, здесь. Ебаный мусор. Так, мусор 5. Все, мусор закончился. Теперь надо это все оттереть. Кто-то тут все разбил, кто-то здесь тут все попортил, это же вообще ужас. Если вы приезжаете на тусовку, то надо поаккуратнее как бы это все, потому что иначе человек потом не захочет вас опять приглашать, ну, в конце-то концов. Взяли тут это все испортили, блядь, тусим вместе, значит, а убираюсь я один, ну, что это такое? Это неправильно, так нельзя делать. Так, здесь у нас ничего не надо, все, первый этаж готов. Там про пришельцев что-то. А, давай. На чем на второй этаж ходили? Чего там делали? А? Рассказывайте. Рассказывайте, чего там делали. А то видишь ты, блин. Сейчас еще постельное белье менять, вот это все, блин. Потому что вот хер знает, какие вы там это приходили, там, чего там делали, блядь, у меня на кровати. Гадости такие. Так, где еще? Где еще не вижу? Вот вижу. 100% здесь кто-то был, да? А ванны тоже может быть такое. Так, здесь мне надо. Здесь мне ничего не надо делать. Как здесь чисто? Как здесь чисто, блядь? Ой, ёбаный, брат. Повседневная жизнь, ну ёлы-палы. Ну что это такое? Ну что ты за свинья такая, господи? Блин, ну я не знаю, ну что это? Ну свинья. У девочки же не всегда так не должно быть в комнате. Ну, в конце-то концов. Что это за бардак просто? Повседневная жизнь. Ты посмотри на свою подругу. Вот посмотри на эту чистоту. Посмотри. Вот все как чистенько. Ковролин весь вот выплачен, весь выстиран. Все нигде никакой грязи, мусора. А у тебя, блин, что, свинота ты вонючая. Ты посмотри на это. Фу, блин. Мерзость. Ужас. Ужас. Вот так. Так, здесь ничего покупать не надо, все. Тогда идем отсюда. И давай сюда. Так, ну давай убираться, что делать. Ну что это такое, гос... Ну, я не могу, это просто ужас. У тебя никогда не должно быть комната в таком порядке. Что у тебя рабочий стол? Вот понимаешь, бардак на рабочем столе, бардак в голове у тебя должно быть. Все, вот это точно. Это так и есть. Все, тебе больше ничего не надо? Ну, ладно. Ну и ладно тогда, не хочешь, не надо. Оставь такой бардак, значит, дальше. Вот. Так, давай мы выкинем мусор и закончим с тобой проект. Мы с тобой все делали. Все теперь чистенько, все теперь аккуратненько. Ну, насчет аккуратненько я еще не знаю, потому что... потому что, как бы, тут еще бардак все же. Ну, ладно. Так, Shift, Enter, завершить проект. 6000! Ну ты че? Ну, ёлы-палы. Ну, что это за такое? Это мало. Это мало, это вообще ни о чем. Может быть, у нас какой-то еще один проект открылся. Сколько времени прошло, мне интересно. Времени у нас с тобой прошло 21 минута. И там у нас с тобой сколько прошло? Сколько у нас с тобой там еще прошло? Откройся. Секунду. А тут не показано сколько. Ну, наверное, много. Так. Погоди секунду. Так, все, у нас с тобой прошло 40 минут. Отлично. А это для серии прекрасно. Что тут еще есть? Может, здесь что-нибудь есть? Да, смотри, тут еще есть что-то.
Тут еще тут много чего есть, смотри. Перепланировку верхнего этажа. Вот, будем. Есть нам чем заниматься с тобой, поэтому, как бы, да. Вот, на этом мы будем заканчивать эту серию. Вот. А пока оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Вот. Плейлист с данной игрой находится в описании, так же, как и на другие мои игры. Можете же посмотреть. Вот. Ну, а мы с вами будем прощаться. Всем до скорых встреч, до новых серий, до новых игр. Всем пока.